Дорогие девочки, а сейчас я вам хочу предложить необычную вещичку. Значит, это идет белье. Это очень-очень красивые трусики и очень качественные. Вот на рисуночке я вам показываю на фото. Значит, здесь прекрасное кружево, не стекло. Здесь идет кружево с лайкрой, хлопочек с лайкрой. Здесь идет вот такая высота. И вот я вам показываю выбор, какой у меня здесь в этой упаковочке. Их 4 штучки. Значит, нижний у меня идет вот такой прекрасный синий цвет. Здесь идет кружево очень хорошее, мягкое. Вот такой бордовый цвет, пожалуйста. Классно это все сделано, шито на животик. Вот такой, пожалуйста, красивый цвет. И вот, конечно, самый основной – это беленький. Что здесь крутого? Высота посадки. Вот она, это раз. Теперь обратите внимание вот на вот эту резиночку. Я не могу, держу телефон. Вот, пожалуйста, здесь идет лайкра. Она очень-очень мягкая, шикарная. Вообще ее на себе чувствовать не будете. Здесь у нас идет на животик кружево, вот такое шикарное, и оно на хлопке, оно тоже беспокоить не будет. Что здесь еще самое основное? Как вырезана у нас форма сделана этого белья, пожалуйста. И вот самое главное, это вот эта ласточка. Она очень широкая, очень хорошая, пожалуйста, и очень удобная. Но самое важное, то, что я рассказываю, не стесняясь, потому что сейчас идет очень много брака, я считаю, что это брак. То есть турки начали экономить на таких вот деталях. Но здесь они не дешевенькие, они очень хорошие. И я, конечно, в этих делах разбираюсь очень сильно. Поэтому вот я привезла все по-человечески. Вот у нас идет эта ласточка на изнаночку. Вот у нас идут трусики. Вот они пришиты и с этой стороны. И пришиты полностью вот здесь вперед. Видите, как они хорошо сделаны? А сейчас делают турки не так. Они экономят. Вот это место у них пришито. Потом делают они ласточку короче, минимум на 1,5 сантиметра. И получается, здесь оно подшито, по бокам подшито, а здесь идет только оверлок. Дорогие девочки, это наше здоровье. Вот обязательно, когда будем покупать белье нижнее, мы обязательно открываем, смотрим, как сделано вот это место, как сделана наша ласточка. Все. Я привезла качественные, шикарные, хорошие, короче говоря, лучшие. И я не ожидала, что их так быстро, вот я вам здесь на темненьком еще покажу, что их так очень быстро разберут. Мне теперь хоть идти снова именно за этим бельем. Но я буду еще привозить. И обязательно выворачивайте и смотрите на изнаночку. Вы будете удивлены, потому что сейчас очень много женского белья отшивают неправильно. Экономят, неудобно. И вот эту дорожечку они делают тоже грубовато. А она здесь очень мягкая, очень хорошая. Видите, какая красота? Приходите ко мне, торговый центр Курс, Ангел Инсити, второй этаж, улица Южная, 10А. Искать нас легко, а размерчик 3XL, 4XL, 5XL и 6XL. И вот еще раз показываю попочку, пожалуйста, еще раз показываю впереди животик. Просто чудо. Стирка очень хорошая, девочки разобрали быстро. Я даже не ожидала. У меня еще в карго идет их несколько штучек, но они уже заказаны. То есть в продаже их практически не будет, но я буду делать довоз. Поэтому знайте, что я сейчас кидаюсь
и бижутерия мне нужна, и туфли мне хорошие нужны, и нижнее белье хорошее надо. Все то, что мне попадается под руки, все я привезу, привожу обязательно и продаю. Все, у меня нет такого направления, что вот только вот это, или там еще что-то. Этот раз я привезла обувь 42 размера, только 42 размера, потому что 42-41 этой обуви нет нигде. Они отказались отшивать от больших размеров. И я воевала. И за вот эти трусики я тоже воевала. Я брала только большие размеры. И все. Ну, дай бог, чтобы у меня получилось. И я еще привезу. Когда я буду в Стамбуле, я вам найду такое белье, покажу, выверну, где неправильно отшито вот это местечко, ласточка. А это наше здоровье. Не стесняюсь, говорю об этом, потому что, девчонки, мы все должны знать. Мы должны понимать, что мы кушаем, что мы носим и где какое качество. Все, мне не сложно, я вас обучила. Все, спасибо.